Так, ну что там, в машину уперся? Зеленый. Я слышу, прям вот здесь где-то доносится этот звук. Да что ты там болтаешь? Подойди сюда, да помоги. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. Сержант Фрэнк Хортон Слотер. Прием, прием, выжившие. На связи Шедимен. У меня не очень хорошие новости. Хэнк с того дня так и не объявлялся. После того, как он сказал то, что мы должны встретиться в районе Бладхиллса, в этом городе, в котором я сейчас нахожусь, в квадрате B12, сам он больше, чем через 24 часа, так и не объявился. Честно говоря, я уже очень-очень сильно начинаю переживать, и тем более переживать из того, что вместе с ним находится также и моя собака. Так что, друзья, давайте прямо сейчас каждый из вас под этим видеороликом мы вместе поставим спасательные лайки, чтобы хотя бы какая-то информация появилась о Хэнке, или мы бы хотя бы увидели от его лица, что у него там вообще произошло, и чем больше лайков наберется, тем больше вероятность того, что мы все это с вами увидим. А те, кто из вас еще не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас. Ну а теперь я вам желаю приятного просмотра. Эхе, вот еще одного положил. Сейчас еще одного положу. На, получайте. Вот так вот, еще больше. Что он делает? Что происходит? Что такое? Осада, что ли, началась? Он что, совсем с ума, что ли, там посходил? Фрэнк, ты чё? Совсем обезумел, что ли? Ты хочешь, чтоб сейчас армия зомби сюда, что ли, пришла? Это место с тобой спалим, нам не жить. Да нет, спокойно, все нормально. Посмотри, чё там надыбал. Это не твой друган там гуляет. Чего? В смысле? Погоди-ка. С чего ты взял-то вообще? Ну ты ж сказал, бородатый. Вот, ну я всех отстрелял, а этот, видимо, еще не до конца заражен. Вот я и подумал. Не знаю. Слушай, блин, да не, быть не может. А чё не может-то? Ты думаешь, твой друг чё? От всех других людей чем-то отличается? Может, это он всё-таки? Давай, иди, проверь, я пока стрелять не буду. Ладно, ладно, но то, что ты вообще в принципе начал стрелять, это на самом деле очень плохо. Нам сейчас с тобой точно не сдобровать. Сейчас такое количество зомби сюда понабегут. Не поздоровится нам точно с тобой. Блин, зачем он вообще начал палить, я понять не могу. Сейчас реально же такая анархия здесь начнется, то что... Ладно. Не может быть, я не верю. Я надеюсь, это не Хэнк. Быть такого не может, чтобы он вляпался. А куда тогда... Четвероногий-то делся? Он же тоже там один остаться не мог, в любом случае... Блин, но... Да кто его знает? У него даже там шрам, что ли, на лице есть? Или что это такое? Так, ладно. Попробуем. Я, правда, думаю, а вообще смысл-то есть звать его? Хэнк? Блин, как мне это сейчас снайперюга, блин, еще там не подстрелил. Хэнк? Тихо, 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 дружище, это... Да не, быть не может. Это не он. У него одежда совсем другая даже была. Капец, зомби тут вопят, конечно, все. Да не, по-моему, это не он. Он даже на меня внимания не обращает. Фрэнк! Ой, Хэнк! Не. Фух, принесло, это реально не он. На! Получай. Все, 100% не он. Так что, сворачиваемся, тут нечего вообще делать. Черт, я же ему сказал! Ты чертов... Ах, ёперный театр, ну, было же это все очевидно. Нам-то теперь куда-то деваться вообще. Так, спокойно. Так, внутрь здания, если забежать, они же там такой толпой могут просто дверь сломать и вломаться прямо к нам. Так, быстрее зайти в здание. Зайти в здание, так, 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 так. Ух, капец, держи двери давай, держи двери. Да не паникуй, нормально все будет. Чё нормально будет? Смотри там, на курке дверь держи, понял? Сейчас я попробую как-то перезагореть здесь, черт, в эти ящики. Так, куда, чем заставлять-то вообще? Я не знаю. Давай, держи, держи, держи. Давай, давай. Нормалёк, всё будет. Стрелять только. Ну вот и всё. Мы с тобой уже на месте. Осталось только эти склады. С противогазами найти. Ладно, ничего страшного. Еще у нас часа два есть точно до рассвета, и потом вместе с Шеди
в районе Бладхилса, в квадрате Б-12, как мы с ним и договорились, встретимся. Так что это, не переживай, скоро будем на месте. Конечно, только не мешало бы сориентироваться здесь. Я вот точно помню, что нам с тобой куда-то на второй этаж нужно будет пройти. Но зомбятина уже тут как тут, посмотри, прям передо мной уже идет, так аккуратнее, я сам с ним разберусь. На тебе, а! Зараза чертова. Да, ну и времена, конечно, наступили. Прям как в те добрые. Ладно, пойдем, за мной. Нам нужно с тобой сначала на первый этаж зайти. Несмотря на то, что здание сломано, все равно фиг пройдем. Ты посмотри на эти стены. Это ж кошмар какой-то. Что здесь было-то вообще? Костяшки одни, к стенам только прибиты здесь. Да. Не думал я, то, что все это так обернется, так спереди еще идут. Аккуратней будь. Сейчас обходить начнут. Так, опа. Ты лучше у меня за спиной стой. Не атакуй. Я за тебя в ответе. С тобой что-нибудь произойдет. Шеди точно рад не будет. Так что пойдем. Фух, нелегко будет. Нелегко. Но главное противогазы достать. И все. Тогда будет все. Все в порядке, я бы сказал. Надеюсь на это. Так, спереди еще двое. Работаем так же. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, ну-ка. А, тут стекло. Вот оно чё. Я понял. Вот здесь вот уже стекла-то нет. А, зараза. Ух ты ж. А слышишь это, да? На втором их этаже просто немереное число там собралось, походу. Ладно, судьбу с тобой искушать не будем. Пойдем пока что дальше. Фу, капец, конечно, местечко, у меня мурашки по коже. Стой, это что такое? Боже, это зомбезина? Я уж подумал то, что это человек какой-то стоит. Хотя зомби-то это по сути есть человек. Просто зараженный вирусом, так сказать. Пойдем. Я пока что понять не могу. Как тут вообще на второй этаж залезть? Потому что тут шахта лифта, судя по всему, была. Которая, на тебе, до последнего этажа ведет. Но у меня тут ничего никак сделать не получится. Так что придется нам с тобой напролом пока что действовать. Ой, ё-моё, еще идут. Тихо, тихо, тихо. Стой за спиной. На тебе. Зараза. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Идем дальше. Так, здесь лифта тоже никакого нет. Бред какой-то. Как же подняться-то только. А вот она лестница, смотри. Потолок сломан. Аккуратней. Я первый. Так, тихо. А, идут, идут, аккуратней, ты чё? Да тебе. А, ничего, в порядке. Молодец, молодец. Реакция есть у тебя, боевой пес. Блин, как в Ульфе. Так что, сработаемся. Так, пойдем. Я там. О! Погоди, похожее место вижу. Там, короче, это. Мешки с песком валяются. Насколько я помню. Именно там, где-то на этом складе, какое-то время люди выживали. Но потом, в конечном-то итоге, сопротивление было сломлено, и все их успешное выживание, так его назовем, медным тазом накрылось. Надеюсь, мы сейчас с тобой чем-нибудь оттуда достанем. Черт! Вот и все выжившие, короче, которые там и прятали, судя по всему. Так, поперли, гады. А, тут что, темнота такая? Ну ладно. Более-менее помощь что-то разглядеть можно, так что ничего страшного. А, главное только поближе подойти. А, вот так вот. Чтобы их просто мозги размазало. Так, я еще где-то зомбятину слышу. Пока что небезопасно эти ящики обыскивать. Так, а ты где? Куда подевался-то? На первом этаже что ли бегает? Так, так не пойдет, так не пойдет, так. Ну-ка назад, назад, назад. Куда он там побежал-то, этот пес? Капец. Чем боится, что ли, настолько, хотя я бы на его месте наоборот от себя бы, блин, вообще никуда не отходил бы. Че такое? О, вот она, ё-моё! Я думаю, откуда эти. А, черт, его звуки только доносятся. Так, все, пойдем давай. За мной. Поднимайся. Либо здесь на лестнице тогда стой, если подниматься не хочешь. Но одному тебе там точно оставаться нельзя. О, правильно решение принял. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас еще раны. Опа, по-быстрому завяжу.
Все, вот так-то намного лучше. По-моему, теперь чисто стало. Так что давай, по-быстрому. Ты тоже там это, с запахом там, не знаю, противогазы должен знать, наверное. Так, что у нас? О, вот они. Вот они, противогазы пошли. И патроны еще вдобавок на дробовик здесь валяются. Отлично, вот и второй противогаз. Для меня на шеде уже все есть. Все. Отлично. Так, патроны дополнительные 12 калибра. Куча бинтов. То, что надо. Так, ну чё, сколько у нас там? 1.5 часа? До места встречи. Надеюсь, то, что Шэдди уже там тоже, в полицейском участке. Совсем справился и в нашу сторону начинает выдвигаться. Ой, да. Ну и времена, конечно. Ладно, в районе Бладхиллса. Вот. Там встретимся, дальше пойдем в сторону центра города. Я вроде как слышал то, что там где-то укрыться можно было. Вот, так что бояться-то уж точно ничего не стоит. Самое худшее, мне кажется, уже давно позади. Это что такое? Это твой живот, что ли, так кручит или... Так, стой, а ты куда все время-то назад за мою спину-то смотришь? Не понял? Так... Ну-ка. Ё-моё! Это чё за...